Давайте сегодня получим опыт ритуала мира. Суть ритуалов утеряна для большинства современных людей. Ритуалы — это способы, при помощи которых древние люди обращались к более глубоким слоям своего бессознательного. Ритуалы имеют под собой научную основу. Дело лишь в том, что это древняя наука. Благодаря ритуалам вы укореняетесь в своем глубинном «я». Они уводят вас от поверхностной активности ума и позволяют сфокусироваться на каком-либо особом намерении. Ритуал сонастраивает вас со Вселенной, чтобы привлечь синхронистичность в вашу жизнь. На санскрите «шанти» означает «мир». В конце каждого священного чанта древние пропевали «шанти, шанти, шантихи». Первое измерение — это духовное измерение, где действуют некоторые невидимые силы. Древние называли его «Ади Дайвата». Первый чант «Шанти» означает «Пусть невидимые духовные силы пребывают в умиротворении и покое». Второе измерение — это измерение Земли. Земля — наш дом, также является игровой площадкой нескольких сил и факторов, одна часть из которых подвластна нашему контролю, а другая — нет. Древние называли его «Ади Баутика», что означает «физические силы, окружающие нас». Таким образом, второй чант «Шанти» означает «пусть силы и факторы, действующие на земле, пребывают в покое, и да пребудет мир на земле». Третье измерение — это измерение индивидуального сознания. Оно относится к состоянию сознания, в котором мы живем. Живем ли мы в состояниях страдания, таких как гнев, ненависть, зависть, страх, одиночество, или мы живем в красивых состояниях покоя, радости, любви, умиротворения, сострадания. Древние называли это адьятмика, что означает измерение сознания. Третий чант «Шанти» означает «Да пребудет мир в моем сознании, и пусть все человечество пребывает в мире». Мы будем держать руки в мудре лотоса, чтобы призвать мир в свое сознание. Эта мудра означает, что лотос смог проникнуть сквозь грязь и подняться над ней, чтобы расцвести. Нам нужно выйти за пределы негативных сил этой планеты, вызывающих разделенность и разрушение, чтобы пробудиться к состраданию. Сначала соедините ладони в области сердечного центра, в пранам-мудре. Удерживая основание ладоней, мизинцы и большие пальцы вместе, пусть остальные пальцы будут раскрыты. Теперь, когда вы знаете мудру, давайте перейдем к ритуалу мира. Сядьте в комфортную для вас позу, держа спину прямо. Положите руки на бедра так, чтобы ладони смотрели вниз. Дышите плавно. Пожалуйста, закройте глаза. Вдыхая, почувствуйте, как состояние покоя Вселенной наполняет вас. А на выдохе, почувствуйте, как вы выдыхаете чувство гнева и тревоги. Hold your hands in
Вы можете держать ладони в положении мудры лотоса. Посмотрите, почувствуйте свои руки на несколько мгновений и плавно закройте глаза. Создайте намерение на то, чтобы мир и покой заполнили духовные измерения, чтобы все силы, окружающие нас, пребывали в мире. Пусть окружающие нас энергии пребывают в мире и благословляют нас миром. А теперь повторите этот чант вместе со мной. Шанти, шанти, шанти. Shanti, Shanti. Создайте намерение на то, чтобы мир и покой заполнили наше окружение. Пусть растворятся все негативные силы на земле, вызывающие разделение и конфликт. Пусть наша земля пребывает в мире и благословляет нас миром. А теперь повторите этот чант вместе со мной. Шанти, шанти, шанти. Создайте намерение на то, чтобы мир и покой заполнили ваше сознание. Пусть растворятся состояния страдания, вызывающие разделение. Пусть ваше тело, ум и сознание пребывают в мире. А теперь повторите этот чант вместе со мной. Шанти.
Шанти. Шантихи. Шанти. Шантихи. Когда почувствуете готовность, можно плавно открыть глаза. Давайте будем помнить, что чем более мирными являемся мы, тем более мирной будет Земля. Намасте. Намасте.